Друзья, подписчики, всех приветствую. В общем, хочу я съездить. Не знаком с этой фигней, первый раз сейчас поеду. У Амазона появилась такая хрень, что они еще давно, я вам рассказывал, купили. Тут была, я не знаю, где она еще есть, но тут у нас была вот по этому, по Сиэтловскому. По Сиэтловской. Короче, в этой местности тут у нас была развита вот эта вот сеть. Типа там органическое питание, здоровое питание. Ну, такая, да, дорогие продуктовые магазины. Там цены ближе к космическим, даже за всякую мелочь, но там реально как бы вообще ничего не купишь. Вот. Я там, по-моему, даже никогда ничего не покупал, кроме, ну вот, готовая еда, то, что в буфетах. Я ездил так, брал на обед пару раз. Ну, то есть, вы поняли, буфет — это набираешь там все подряд, а потом по весу платишь. Ну, даже там как бы дороговато получалось, но и так там хорошее, никто не спорит, но там, я так понял, только богачи в основном питаются. Ну, там здесь богачей много, вот, поэтому здесь эта сеть была популярная. Там где-то в бедных, конечно, районах, мне кажется, она уже прозорилась. Ее Amazon купил, вот эту всю сеть. И, ну, у Amazon что же сейчас есть продукты? Amazon Fresh называется. Единственное, что, если вы хотите заказывать эти продукты с Amazon Fresh, вам нужен вот этот Prime аккаунт. Ну, я вообще в это все, ну как, это круто, круто, но мне оно не надо, поэтому я не подписывался. Вот, но там цены, ну, если вот Amazon Fresh именно брать, там более-менее. Я смотрел, ну, нормальные цены, можно заказывать. В принципе, еду прям домой будут привозить свежую. Вот, но смысл в том, что они, когда эту сеть выкупили, теперь там у них можно и делать возвраты Амазона. А я вам показывал вот это устройство для проверки часов на герметичность. Ну, я его сомневался, оставить, не оставить. Это не особо полезное устройство и стоит до хрена. Короче, я так думаю, что... Я так думаю, что верну, потому что, ну, в связи с изменившейся ситуацией, что если переезжать придется, мне теперь каждая вещь на счету. Надо как можно больше избавиться, чтобы меньше херни всякой вести. Но тем более в Каролине, но у меня и времени не будет этими часами заниматься. Это я думал тут на зиму, там, буду сидеть без дела, а теперь дел уже возникло полно там. Уборку делать, вот это там, ну, короче, если когда-то понадобится, потом обратно куплю, в принципе, ничего не потеряю, отвезу, сдам. Короче, заполнил этот возврат, ну, они говорят, типа, отвезите в этот магазин, и там ее примут. Ну и все, и вот я ее везу, думаю, запишу заодно видео, потому что по новостям такого, что прям ничего нового особо нету. Вернее, нового-то полно всего, но я вам все рассказывал в этой видео «Небольшая болтология» за 1 ноября. То есть там я вам рассказывал то, что по, ну, фактам здесь последних событий. И кроме этого, ну, это я вам и сам говорил, и мне в комментах писали. Тут помните серию, я начал «Новости жизни в трейлере». И потом что-то я про нее забыл, и уже ее давно не было, надо тоже продолжить. Поэтому я сегодня для той серии еще маленькое видео записал. Ну и кроме этого, сейчас еще там со знакомым разговаривал. У него, в принципе, работа такая, что он к местности не привязан. Ну, я его тоже с ним разговаривал по поводу того, чтобы тоже в Каролину переезжать. Но он вроде бы как сказал, что ему идея нравится. Вот. Поэтому, может быть, еще
туда люди, видите, сейчас приедут. В общем, будем смотреть. Там комьюнити у нас, карлиновская комьюнити, развивается. Видите, уже много туда съезжается знакомых, друзей. Потом еще с Максом, когда мы жен филиппинских привезем, тогда там и филиппинская комьюнити начнет развиваться. В общем, планы глобальные. И, в принципе, все выполнимые, но никакой фантастики нету. По тем домам, что я вам говорил, буду искать. Вроде бы какой-то один вариант подвернулся, но там так сейчас сложно с этими домами, что если бы это было год назад, конечно, я бы без проблем мог его взять. А сейчас тоже с риэлтором разговаривал. Она говорит, это самое... Блин, или в этой полосе надо ехать, наверное, сразу. Она говорит, покупателя сейчас до хрена, сейчас что-то предсказывать, говорит, сложно. Как вроде и цена... не особо-то дешевая, но в связи с тем, что недвижимости нет на рынке, есть некоторые люди отчаявшиеся, они могут и выше оффера кидать, то есть, если там продавец хочет там, ну, блин, 50 тысяч, к примеру, они могут искать, забираем за 55, типа, чтобы стабильно купить, чтобы никто не перебил. Поэтому я даже хрен его знает, как бы, и так, ну, как бы это получается. Я вам уже рассказывал, я хочу этот дом брать уже, это не инвестиционный, как тут на Мейн-стрите, а это уже более как для себя, чисто для жизни, поэтому здесь мне, как бы получается, ну, не хотелось бы сильно-то за него переплачивать, вот, ну, хотя, ну, то есть, короче, смысл в том, что как бы инвестиционной ценности он не имеет. Это чисто дом, ты берешь для себя, чтобы жить. И в нем только смысл того, что ты как бы не будешь... Ну, как бы свой комфорт, свое жилье, всегда комфорт, делай, что хочешь. Если ты даже и снимаешь, ты там во всем ограничен. Там стену не сверли, там копай, наву не копай. А я как бы без проектов жить не могу. Мне обязательно надо, чтобы мастерская была, чтобы огороды были, чтобы компост был. Чтобы, может, даже животные какие-то были. Ну, а в съемном это тебе никто не разрешит делать. Ну, плюс и экономия. Конечно, за съемное ты будешь, ну, там платить за дом 1000, наверное, в месяц. Ну, пускай даже 800 по теперешним ценам. Ну, а если ты в своем будешь жить, ну, мне это будет обходиться... Ну, я имею в виду с тех денег, что я теряю при его покупке, то есть, ну, считайте, $300-400. То есть, если бы я их просто, ну, хранил в инвестициях, я бы столько получал с этой суммы. То есть, как бы что-то теряешь, но что-то находишь. Но, думаю, буду, наверное, офер засылать. Ну, такое же уже было, я же уже летом посылал на один дом. Не купил, но они не приняли оффера, дали контр-оффер. Я мог согласиться на контр-оффер и купить. Но и у меня тогда, во-первых, не было плана уезжать, а во-вторых, я больше думал тогда об инвестиционной составляющей. И тот дом, конечно, ну как, я его планировал для инвестиций, но, возможно, какие-то люди его планировали для себя, поэтому, конечно, они могли платить больше, а я больше не... Ну, я мог больше, но я имею в виду для меня, но уже тогда эта инвестиция смысла сильного не имела. Плюс, ну, как, почему? Инвестиция хорошая, но я вам говорю, тут еще кроме денежной составляющей, надо всегда рассчитывать составляющую риска. А там были достаточно большие риски по разным причинам. Поэтому... Я отказался в этом контр-оффере, но оно, возможно, и к лучшему, потому что, может, я найду что-то получше. И если бы я купил тот вариант, у меня бы уже сейчас бы денег не было на другой. Ну, как бы я имею в виду, что, может быть... Ну, понятно, ты всегда хочешь как бы сэкономить, поэтому я как бы... В принципе, все прикинул туда-сюда, но я как бы, наверное, оффер так сделаю где-то. Ну, конечно, не столько, сколько они хотят, но как бы с небольшой скидкой, ну, со средней, так, чтобы, как, не знаю, посмотрим.
Просто я вам говорю, что это нет смысла в этом мудрить, потому что может прийти какой-то сумасшедший покупатель и просто все ставки сразу перебить. Здесь же оно по-другому работает, не как в магазине, а офферы принимают, а продавец потом для себя оптимально выбирает. То есть вы бы вот продавали свой дом, вам предложили там 50 тысяч, 51. Конечно, вы на 51 согласитесь. Но даже если 50-500 предложат, вы же не будете 50 брать. Вот. Поэтому тут и так, я какую-то сумму дал, откуда я знаю, может кто-то такой, блин, на 500 меньше предложит. А если... Ну, я имею в виду, может кто-то на 500 больше предложит. А если я сейчас сразу большую буду давать? Может там вообще предложений нету, знаете, и нахрен я буду тогда там лишних 5000 типа того переплачивать. Ну, короче, не знаю, я уже подумал, вот так недорого, не дешево. Позвоню риэлтору, скажу, ладно, закидывайте офер. Вот, и будем уже ждать. Ну, не срастется, так не срастется, времени так до весны много, еще что-то придумаю. Короче, вот этот, сейчас я вам его покажу. Как он выглядит, вот который Amazon купил, вот этот Whole Foods Market. Короче, и где-то там они и принимают вот эти вот посылки. Короче, она у меня в багажнике, пойду, короче, относить. Ну и раз я уже здесь, не знаю, может быть, зайду в эту самую, в Trader Joe, там, может, каких-то овощей возьму. Ну, мне особо тоже ничего не надо, потому что, как если скоро уезжать, надо все продукты съесть в морозилке, там по максимуму постараться. Запасы все тоже поподъедать, вот такое вот. Ладно, в общем, друзья, пока не прощаюсь, может, еще какие-то покупки покажу, если будут они. Так, друзья, все, я вернулся, то есть, видите, буквально тут все заняло 5 минут. В Амазоне там вообще просто этот ящик отдаешь, они даже не смотрят ничего. Вот, ну там нормально все сделано, такая специальная кабинка, полки там все. Чудак стоит со сканером, просто отдаешь, он сканирует и все. Много людей, да, были с возвратами, но очереди не было. Ну просто вот я пришел, еще двое там вслед за мной шли тоже с посылки возвращать. Вот, ну Амазон, да, супер тут раскрученный, конечно. И за удобство, что все бесплатно, как в обычном магазине. Купил, померил, ну не подошло, отдал или не понравилось качество. Вот, то есть они все это вообще к этому абсолютно нормально относятся. Вот, и, короче, по продуктам тоже я взял вообще по минимуму, потому что, как я вам говорю, во-первых, уезжать скоро, а во-вторых, ну, у меня какие-то продукты более-менее есть. Ну, давайте я вам их тогда покажу, но дорогу уже обратную не буду записывать. Покажу, что тут у нас мы купили. Так, значит, бананы органические взял. С какой целью? Ну, вообще, я бы не брал, у меня есть еще пару бананов дома. Их обычно покупаю по штук 5, там, на неделю. Ну, я в день где-то один ем, там, пол банана такой, но не больше. Вот, там кто-то мне в комментах написал, что можно попробовать квас с них зафигачить. У меня как бы есть сметана, но нужны только органические, вот. И вот как раз органические взял, там 3 надо на квас, и 3 еще останется, короче. Взял с этой целью, они по 25 центов тут, $1.5, вот это все вязанка, но тут прилично, они тяжеленькие. Потом, ну, такое все, в основном тут мелочевка. Взял вот такую фигню, называется сырые семечки тыквы. Короче, смотрите, какие они уже почищенные. Производство США из продукции Мексики и Гватемалы. То есть здесь делают, а сами тыквы из Мексики, из Гватемалы. Короче, вес 1 паунд. Но такая дорогая, $7. Но мне нужна, я эти семечки люблю, и тем более, говорят, они полезны от глистов. Помогают такое. Короче, взял $7. И за $7 вот такая. Ну, такую я вам показывал, но эти вообще топ-топ. Они очень вкусные, их просто вообще за день можно съесть. Сырые орегонские лесные орехи. То есть они вот такие же, как наши, только, по-моему, по размеру, может, чуть меньше. А может, и такие же. Тоже уже почищенные, все, и такой же вес. А орегон это вот прям, ну, рядом тут ехать 3 часа. И вот такие взял, эти дешевле, эти $5. Но это обычные грецкие. Вес такой же, 454. Продукция США. Вот, $5.
Короче, вот такую фигню взял, я вам показывал, это сливки. Вот такую фигню взял, 2,49, здесь 2 паунда. Ну, по счету тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 яблок. Короче, сорт это что-то, я не знаю, типа семеринки нашей, как он тут называется, не знаю. Наверное, где-то здесь выращивают, да. Это у нас выращивают виначи. Виначи я во много видео оттуда выкладывал, из походов, там, из поездок, но я там много раз был. Вот, это ехать отсюда часа 2,5 где-то. Да, я там и в походе был пару раз, и просто там ездил. Короче, там сосед мой же туда переехал навсегда, который в соседнем трейлере был, там дом купил. Вот, ну то есть тут трейлер продал, там дом купил, но там дешевле. Но там очень развиты вот эти яблоки, груши, короче, там многие этим бизнесом занимаются, то есть покупают вот эти сады. Там я, у них там церковь есть, это православная, я, короче, ходил, и там с какими-то познакомился, там русские, ну, в церкви там всегда люди там с друг другом знакомятся, какие-то русские, они, ну, именно такая наша русская православная обычная церковь, но я удивился, что там она есть, знаешь, русских много, вот, и они там, а, кстати, нет, может быть, она не русская, нет, я вру, она православная, но... Ну, я не помню какая. Ну, наверное, сербская или какая. Короче, я не помню. Ну, короче, она такая же, как наша. Вот. Тут, тоже все так же сделано. Но именно православная. То есть не просто там какая-то. Вот. И русские туда ходят, да, много русских там было. Короче, и они вот сказали, что они туда давно переехали и купили вот эти сады и занимаются этим. Вот. Ну, то есть это не так дорого. Это там не то, что ты миллионером на этих яблоках стал. Нет, ну, как бы на жизнь хватает. А, в принципе, этот яблочный сад, ну, там любой может себе купить. Тем более, если кто в Сиэтле заработал. Короче, оттуда эти яблоки, это я вам к чему говорю. Я взял, хочу попробовать эксперимент заквашивания яблок. Хочу посмотреть, будут кваситься они или нет. Порежу, наверное, на четвертинки, в банку зафигачу и рассолом залью. Ну и пару штук так съем, чтобы все не испортить. Если они не заквасятся, то хоть пару штук сырых съем. Вот, яблоки очень вкусные. 2,50. Ну и последняя штука, это взял на пробу. Я вам говорил, обычно беру по одной консерве на пробу. Консервы я вообще не ем, это вредное, но продукция Болгарии. Вот эти болгарские консервы, они очень хорошие, известны еще советских времен. И это баклажановая икра с гарлик. Гарлик — это чеснок и сладкий красный перец. Короче, вот это просто вообще деликатес. Короче, стоит там, металлические консервы я вам показывал, они по 2,50, там 280 грамм. А здесь 340 грамм, и она стеклянная, она стоит 2,70. Ну, не дешево, но это ж вкусное. Вот. Такую взял. Ну, в принципе, вот это и все покупки, как по мне, покупки идеал. Ничего вредного тут нету. И по цене, кстати, друзья, вышло все недорого. Вот, это все вышло по цене, сейчас я вам скажу, $26. Ну, я вам по памяти так скажу. А куда она, чек, дело? Блин, он там, наверное, короче. Ну, короче, 26, я точно. Вот, в общем, все, друзья, обратную дорогу не буду записывать, это видео огромное. Короче, напишите, понравились ли вам продукты. Вот, ну и вообще пишите там в комментах. И всем огромное спасибо за просмотр, и да благоволит к вам Господь, пока-пока. Видео, новости трейлера, наверное, будет не в этом, а в следующем. Я, наверное, сначала это выложу, потом то, потому что то пипец долгое. И мне его лень загружать. Вот, а это, я думаю, быстрее сделаю. В общем, увидимся на канале. Да благоволит к вам Господь. Пока-пока.